значит, это ведет к обесценению, в том числе. Это один из факторов. Не единственный, но один из факторов к обесценению национальной валюты, рубля. А что это означает для российского бюджета? Мы бюджет рассчитываем не в долларах, а в рублях. Упала стоимость рубля. Он немножко обесценился. Ну, на треть. На 30%. Вот смотрите, мы раньше продавали товар, который стоил 1 доллар. А получали за него 32 рубля. Мы продали товар, деньги приходят в рублях. 32 рубля получили. А теперь товар продали на рубль, а получили 45. Доходы бюджета увеличились, а не уменьшились. Здесь существуют определенные вещи, определенные коридоры, определенные ограничители, связанные с тем, что для тех отраслей производства, тех предприятий, которые ориентированы на то, чтобы закупать за границей что-то, на доллары, на евро, у них ситуация ухудшается. Но для бюджета она не ухудшается.